24 мая, выпал снег, ура, можно доставать лыжи. Ну вот, иду кататься. Ну что ж, залазилось не так уж легко, отвык, погода классная, заправились и поехали. Come on, you gunners! Техника катания необычная. Первая попытка не удалась. Тяжелый снежочек. Надо было фрирайдовый все-таки. Что-то я... Ладно. Ю-ху! Я еду в мае! Дан-дан-дан! Дан-дан-дан! Стою на асфальте, в лыжи обутый. Maybe лыжи не едут. Maybe I am crazy! Как говорил мой друг и товарищ. Я еду! Это весело! Опа! Ох! Муравейник! Майский бэккаунтри! Кто его не любит? Опа! Там надо к калитке подъехать. Пешком уже не очень охота гулять. А, да, прокатался. Упал пару-тройку раз. Да ничего. На самом деле, конечно, веселого мало. То, что жена у меня переживает, что там все наши растения страдают. Вот я и вернулся. Прикольно, в общем. Снежочек 24 мая в нашем поселке. Это 20 километров от Алматы.